Всем доброго времени суток, и что это у нас тут? Юбилейный выпуск? Отлично, отлично! В связи с этим мы не можем просто ограничиться очередной безликой подборкой однотипных мертвых хрипелок. Нужна какая-то идея. Но какая? Сначала я думал устроить блиц-курс по композиторам серии игр про Соника, но решил взять выше. Устроить блиц-курс по композиторам, работавшим в Sega. Вот это должно быть уже интереснее. Кое-что для начала нужно уточнить. Для списка брались только сотрудники сеговского подразделения Wavemaster, иначе выбор музыкантов стал бы слишком уж громадным для столь скромной рубрики. И еще дополнение. Задачей выпуска не ставится попытка рассказать обо всех композиторах, какие только в компании работали за все время. Это непосильная задача. В главную очередь цель подкаста — вызвать интерес к этой теме. А дальше уж сами. Вроде ничего не забыл. Поскольку выпуск юбилейный, начать его надо как-то по-особому. Так, где мои карманные громы молния? А, вот они. Ну погнали. Номер один. Хироши Кавагучи. Первым же я просто обязан упомянуть главного старожила Сеги, работает в компании больше 30 лет, и композитора для многих игр с аркадных автоматов 80-х, ставших визитной карточкой Sega задолго до появления синего ежика. Ранее мы уже упоминали его работы к Afterburner и Power Drift, но особо долго искать что-нибудь новое от него не пришлось. Впрочем, другого от композитора, не в последнюю очередь ответственного за успех Sega на аркадном поприще, ожидать попросту нельзя. К сожалению, в последних релизах компании он появляется довольно редко. Судя по интенсивности упоминаний его в титрах в последнее время, создается такое впечатление, что Хироши просто пробегает мимо работающих сотрудников и иногда кому-нибудь чем-нибудь помогает, что его ранние сочинения нисколько не умаляет. Слушаем! We'll be right back.
Who wanna battle? В отличие от предыдущего товарища, Ютака Миноба писал музыку чаще для игр с домашних консолей, что создает меньше сложностей при поиске его работ. Также радует, что даже после своего увольнения из Sega он периодически получает заказы и до сих пор занимается музыкой, а не торчит ежедневно в Твиттере и общается с подписчиками. Да, Хидэки Наганому, я имею в виду тебя. Есть только одна деталь. Он практически всегда работал в команде с другими композиторами. Даже над прославившей его музыкой из Skies of Arcadia он работал в паре с Тацуюки Маэдой. Поэтому не всегда получается точно подтвердить или опровергнуть его участие в работе над какой-нибудь отдельно взятой композицией. Послушаем то, что удалось опознать.
Фуми Хатая. Человек, который работает в Sega не так долго, как Хироши Кавагучи, всего 25 лет. Однако его тоже можно причислить к касте старожилов. Наверное, стоило бы просто сказать, что он является одним из композиторов оргазмической японо-европейской версии Sonic CD и тем самым на корню загубить все возможные вопросы, но сегодня мы не только одними с синими ежиками едины. Несмотря на то, что игр конкретно только с его участием в роли композитора было очень мало, руку приложить он успел и к серии Knights, и к порту Sega Rally Championship на Сатурн, и для Burning Ranger постарался, и к Daytona USA пару треков исполнил. Где его только не было. Впрочем, не полюбить его офигенную электронную музыку практически нереально. К сожалению, сейчас музыкой занимается редко и лишь по особым случаям, хоть и числится в штате компании. Последней его относительно крупной работой стала Knights Journey to Dreams, аж 2007 года выпуска.
Композитор, устроившийся на работу в Sega еще в начале 90-х, но не получавший обширной творческой свободы вплоть до нулевых и занимавшийся по большей части звукорежиссурой в играх. В основном его музыка ограничивалась лишь скромными появлениями то тут, то там. Так, для одной игры пару треков напишет, для другой еще парочку. В какой-нибудь культовой классике по типу Golden Axe 3 засветится, но не более. К его более-менее крупным проектам можно причислить разве что Blinks 2, мега-редкий Сангакуши Тайзен, вышедший на аркадном железе Sega Tihiro, Sonic Riders, ну и еще Blaze Drive для Nintendo DS. После этого его опять унесло в звукорежиссуру, и, похоже, новых работ от него можно уже не ждать. Что очень жаль, поскольку техно он писал знатное. В чем сейчас и убедимся.
Да. Человек, преобразивший музыку игр про Соника после перехода в 3D. Можно долго рассуждать на тему того, правильным ли пути композитор повел синего ежика, но результат от этого не поменяется нисколько. Вокруг Дзюна образовался мощный и непробиваемый культ, который жаждет от него новой музыки ежесекундно. Обе части Sonic Adventure, а также Sonic Heroes, стали одними из наиболее монументальных его работ, которые не только сами по себе массивны и продолжительны, но и, блин, чертовски разнообразны в музыкальном плане. До этого он успел поучаствовать в работе над музыкой к мегадрайвовской версии Sonic 3D Blast, а также для эксклюзива 32X Metalhead. Lava signs.
Уже все сложнее. Во-первых, наибольшая концентрация сочинений Атани замечена в современных играх про Соника, из-за чего подборка рискует стать излишне синей и колючей. Во-вторых, действительно толковые саундтреки у него получаются далеко не всегда. Откровенного хлама я у него не припомню, но периодически его творения имеют свойство вылетать из ушей так же легко, как они туда влетели. Особенно это относится к одной из самых последних его работ для Sonic Lost World. Но когда у него получается, то получается невероятно хорошо. Это, можно сказать, своеобразная фишка Томои Атани как композитора. Thank you.
うらら、とろける前に救出だ。
Номер 7. Фуми Матани. Она относится к тому типу композиторов, которые всплывают во многочисленных играх всех цветов и фасонов, но на первом плане практически никогда не появляются. По крайней мере, я не знаю ни одной игры, про которую можно было бы сказать, что музыку для нее писала Фумико Матани, или, допустим, музыку для нее писала Фумико Матани в сотрудничестве с кем-нибудь. Зато есть вагон игр, музыку для которых писали целым табуном, среди которых иногда проскакивала и она. Зато в саундтреках игр про Соника она появлялась довольно часто, особенно в обеих частях Sonic Adventure. Из неизжинных же работ стоит выделить небольшое, но гордое участие в написании музыки для игр Shinobi и Nightshade. We'll be right back.
Номер 8. Чихиро Аоки. А это музыкант уже позднего созыва, пришедший в Sega в эпоху взлета и падения Dreamcast. На данный момент она является одним из вспомогательных композиторов серии Yakuza, начиная с третьей, а в пятой части она даже была полноправным соавтором, снабдив игру пачкой шикарных треков. Кроме этого, она вошла в состав пресеговской музыкальной группы с потрясающим для произношения названием «Хэ», так что можно, если уж не саундтреков от нее ожидать, то хотя бы любопытных аранжировок для игры на сцене. Слушаем!
номер 9. Тацуюки Маэда. Ну да, коль уж был Ютага Минобу упомянут, надо и про него теперь. Несмотря на то, что он все еще работает в Sega, вроде как, музыкальная активность его что-то ну совсем сошла на нет. Игры под серией Sonic Advance стали буквально последними его крупными работами, поскольку дальше он порадовал только тремя треками Knights Journey of Dreams и двумя к Denkeki Bunko Fighting Climax, а все, что последовало дальше, выглядит примерно так. Звуковые эффекты, звуковые эффекты, звукоредактор. Sega, make Tatsuyuki Maeda great again. Ибо ну какого хрена?
номер 10 Тайхей Сато и Марико Нанба. Решил объединить этих двух композиторов в один пункт, поскольку они хоть и знамениты качеством своей музыки, но отнюдь не ее количеством. А так будет возможность рассказать да показать побольше. Касательно Тайхея Сато, до этого момента я и слыхать не слыхивал о нем. Теперь понятно почему. Что не игра, то обязательно для аркадного кабинета, который еще и пределы Японии не всегда покидал. Только Phantasy Star Universe, да Sonic 2006 года среди его работ можно хоть со скрипом назвать известными. Особенно обидно за игру Lemans 24, в которой слышатся очень неплохие композиции в духе серии Sega Rally. Марико Намба же более плодовитый композитор, но ее можно сравнить с той же Фумико Матани. Игр в послужном списке вроде бы много, но редко про какую можно сказать, что ее саундтрек целиком и полностью творение Намбы. Так и получилось, что из творчества Сато набралось лишь два трека, которые пойдут в подборки первыми, а из пера Намбы удалось вытащить куда больше. Thank you.
We'll be right back.
Разумеется, это и близко не все композиторы, которые трудились над играми в Sega за все время. А если брать в расчет еще и музыкантов в Sega не работавших, но прославившихся играми для ее консолей, то выпуск бы продлился от одного расцвета до следующего. Поэтому сначала ограничимся вот такой вот жменькой и без того длительностью почти в 2 часа и оставим некоторое пространство для маневра в следующих выпусках. А на этом юбилейный выпуск заканчивается. Спасибо, что дослушали его до конца. Надеемся, вы еще вернетесь за добавкой. До скорого!